Здравствуйте, в эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика», в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Проекты региона, поддержка центра, в Доме правительства обсудили реализацию инвестиционных проектов. Проводник, повар, вожатый. Лучшие бойцы студенческих отрядов получили заслуженные награды. Опасность на высоте. Как в городе убирают снег и сосульки с крыш. В правительстве России прошло совещание о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В работе совещания принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Наша республика перешла на эту систему одной из первых и уже наработала определенный опыт. В целях удешевления составляющих тарифов принято решение о заморозке роста платы за негативное воздействие на окружающую среду. Соответствующее постановление Дмитрий Медведев подписал сегодня. Обсуждались и другие способы снижения стоимости услуг по обращению с ТКО. В Чувашии уже проведены зимние замеры объемов накопления твердых коммунальных отходов в нескольких городах и районах на период корректировки нормативов до 1 декабря 2019 года. Региональному оператору рекомендовано снизить плату на услуги по обращению с ТКО для жителей индивидуальных жилых домов в сельской местности. С 1 января 2019 года плата за оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения в сельской местности, за исключением районных центров и городских округов, составит 60 рублей 71 копейку с одного человека в месяц, что на 20% ниже действующего значения. Цели достижимы. Сегодня в Доме правительства обсудили ход реализации приоритетных региональных проектов. Какие задачи стоят перед властями республики? Подробности у Дмитрия Ковалева. 12 национальных целей и десятки приоритетных проектов. Чтобы реализовать поставленные задачи, необходима слаженная работа, отметил председатель правительства республики. Инициативы регионов в федеральном центре поддержат. Также правительство Российской Федерации продолжит поддерживать регионы помимо финансирования в рамках национальных проектов. В 2019 году на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсации дополнительных расходов, которые связаны с повышением зарплат бюджетников, предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 1,7 триллионов рублей. Члены совета утвердили паспорта двух региональных проектов. В Минприроды республики в ближайшие годы намерены решить проблему обмеления реки Сура. Реализация настоящего регионального проекта позволит улучшить экологическую обстановку реки Суры и обеспечить бесперебойное питьевое хозяйство, бытовое водоснабжение. Еще одна задача – поддержка экспорта. Уже в ближайшие годы продавать свою продукцию в зарубежные страны должны более 300 предприятий республики. И достичь к 2024 году 100%. И в рамках подготовки внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 планируется организация обучения региональной управленческой команды по программе Российского экспортного центра. Стратегию развития страны на 6 лет вперед обсуждали на полях Российского инвестиционного форума. Председатель правительства Дмитрий Медведев обозначил приоритетные цели. А что можно получить и что нужно сделать? Более 1,5 миллионов квартир и 300 тысяч новых индивидуальных домов ежегодно. 40 построенных и реконструированных детских отделений и больниц. 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 230 тысяч новых мест в школах, 40 тысяч километров отремонтированных дорог в регионах, столько же в крупных городах и их пригородах, практически 50 реконструируемых аэродромов, ликвидация огромного количества городских свалок. Многое зависит от того, насколько эффективно национальные проекты реализуют власти регионов. За их работой в правительстве страны наладят тотальный контроль. Для успеха у нас есть практически все. Положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем государственных инвестиций в национальные проекты, действительно беспрецедентный, вовлеченность и заинтересованность всех регионов, ну и, наконец, новые кадры и компетенции. Еще одна задача для регионов – развитие цифровой экономики. В технологиях бигдата, отмечают руководители субъектов, нуждается бизнес, медицина и образование. И продаваться эти решения могут. Здравоохранение – это большие данные, связанные с нейросетями. Здесь ключевая роль, конечно, не у государства, а ключевая роль у нашего университета.
Внедрить передовые технологии работы с данными регионам помогут в корпорации ОСИ. Руководитель агентства объявила о начале конкурса цифровых решений для субъектов. По его итогам сформируют базу проектов. Мы сегодня становимся таким, кажется, серьезным поставщиком лучших социально-экономических практик для регионов. Но что касается цифровых решений для регионов, лучших практик нет еще. Это будет конкурс задач. Первый этап. Второй этап – это будет конкурс решений. И третий этап – это этап внедрения. У нас действительно сегодня огромный запрос на специалистов в этой сфере. Запрос на данные в регионах. На конкурсный отбор представят и проекты из Чувашии. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Бахтияр Велиев. Республика. Преступления в Чувашии стали совершать меньше, раскрывать больше. Однако по-прежнему много тех, кто нарушает закон в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорили на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка при главе республики. Почти 12 тысяч преступлений зарегистрировали в прошлом году правоохранительные органы Чувашии. Это на 7,5% меньше, чем в 2017. Общая раскрываемость преступлений составила 72%. Это выше, чем прошлый год. По особо тяжким и тяжким составам 74%, что является третьим результатом по стране и лучшим по Приволжскому федеральному округу. Раскрыты все изнасилования, разбойные нападения. Треть правонарушения совершили лица в состоянии алкогольного опьянения. Это чуть ниже, чем в Приволжском федеральном округе, но выше, чем в среднем по России. Росту показателей способствуют в том числе так называемые разливайки, отметил Михаил Игнатьев. Касаясь там ночных баров, касаясь всех тех клубов, как будете подходить? Ночное время. Там же они, очаги, так скажем, правонарушения. Создали рабочую группу с участием общественников, депутатов, работников администрации и ходим в рейды в вечернее, ночное время по этим заведениям. Результаты какие? Снизилось количество преступлений, совершенных на улице. Последние слова подтверждает и статистика МВД. Такая же тенденция по преступлениям среди несовершеннолетних. У нас количество преступлений среди несовершеннолетних сократилось у нас в 2018 году в 2 раза. Здесь болевая точка – участия подростков в распространении наркотиков. Вызывает озабоченность вовлечение подростков в сферу распространения наркотиков. Так, только на территории Канаша несовершеннолетние совершили 16 преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Это 27% от всех фактов сбыта на территории города. Одно из решений проблемы – занятость молодежи во внеурочное время. К примеру, вовлечение в волонтерство и работа с психологами. В прошлом году на эти и другие профилактические меры направили более 1 600 000 рублей. Работу в этом направлении продолжат. Ольга Пырочкина, Павел Редков, Республика. Злоупотребление алкоголем – еще и причина смерти мужчин трудоспособного возраста в 70% случаев. Такие данные озвучила недавно министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. О том, как спасают от этой болезни в Чувашии, в репортаже Ольги Пырочкиной. А ведь сегодня суббота. Дома их ждут жены и дети. В России с алкоголизмом борются с царских времен. В нашем прошлом и сухие законы, и вытрезвители, и терапия трудом. Ну, граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать? В 2010-м правительство России утвердило новую антиалкогольную концепцию, рассчитанную до 2020 года. Планировалось, что это снизит потребление алкоголя в стране в 2 раза и полностью ликвидирует нелегальный алкогольный рынок. Что касается первого пункта, Всемирная организация здравоохранения констатирует, сегодня среднестатистический россиянин выпивает за год на 3,5 литра алкоголя меньше, чем 10 лет назад. В отделение острых отравлений больницы скорой медицинской помощи доставляют тех, кто в данную статистику явно не вписывается. К нам поступают только лица, которых доставляют по скорой помощи, по экстренным показаниям, в неотложной помощи. Значит, в основном это лица, доставляемые без сознания с улицы, либо из различных заведений. Острое состояние в отделении снимут. Однако у тех, кто злоупотребляет постоянно, может развиться то, что медики называют делириумом. Проще говоря, белая горячка. Ее лечат уже в наркологическом диспансере. Среди новых методов, к примеру, специальная кислородная камера с аромамаслами.
Наше население понимает лечение очень просто. Прокапался. На самом деле сегодня в стандартах и концепции нету такого понятия, как прокапался. Лечение алкогольной зависимости, оно бьет на три уровня. Первый уровень – это человек, у которого провалась программа удовольствий, она восстанавливается специальными лекарствами. Дальше – это второй этап – изменить психологию человека. И третий – это социальный аспект, который учит нашего пациента жить трезвым и получать от трезвой жизни положительные эмоции. Полноценная программа лечения от алкоголизма длится от года до 3 лет. Держаться дальше помогают группы взаимопомощи. Благодаря такой Борис не пьет уже 14 лет. Я помню себя, когда я пришел первый раз сюда в клуб. Я думаю, я только посмотрю, как они еще здесь, чем здесь занимаются. И посмотрел, и вот 14 лет я сюда хожу и занимаюсь. И открываю в себе все больше и больше качеств. Я не думал, что я умею выступать на сцене, там какие-то мероприятия, спектакли ставят. Я когда дома сказал, что вот я буду участвовать в спектакле, там небольшие там сценки, я дома удивились, неужели папа умеет это даже делать. Иными словами, как бы банально ни звучало, от больного требуется только желание вылечиться. Методы, средства и возможности в современной России есть. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Павел Рядков, Республика. В столице Чувашии уже есть несчастные случаи, связанные с падением снега с крыш. В Чебоксарах 13-летний подросток получил травмы. На него упала снежная шапка с крыши. Похожая история случилась и с 28-летней чебоксаркой. У девушки ушиб тазобедренного сустава. По этим случаям проводятся проверки, но чаще всего ситуацию все-таки удается контролировать. Переменчивая погода, перепады температур, обильные снегопады и, как результат, образование опасной наледи и огромных снежных шапок на крышах домов. Надо отдать должное. Коммунальщики стараются оперативно реагировать. Надо бы убрать уже эти сосульки. Ну, я живу в том доме вообще. То есть я не наблюдаю, что тут происходит, поэтому... У нас убирают, вроде как я. Ну, по крайней мере, у нас не висят такие глыбы. Не висят вроде бы. Ну, у нас вон, там дом вроде не висят. Ответственность за очистку крыш от снега и наледи несут управляющие компании. Городские власти напоминают об этом на каждом совещании. Самые проблемные территории – центр города и частично Калининский район, где расположены старые жилые дома со скатными крышами. На территории Калининского района у нас на сегодняшний день 742 многоквартирных дома. Из них 238 многоквартирных домов имеют скатные кровли, где действительно имеет... Как бы снежные, имелись снежные шапки. Три управляющих компании имеют большие скатные кровли. Это управляющая компания «Текстильщик», управляющая компания «Ниди» и «ЗАО Южный». Ежедневно ведется работа. По этим трем управляющим компаниям ведется по две бригады, которые снимают снежные шапки и сосульки привлечением техники автовышек. И, соответственно, работают также нанятые бригады альпинистов. Об опасности свыше предупреждают и оградительные ленты, и надписи на домах. Но не все обращают на них внимание. А зря. Между тем, именно внимательность и осторожность могут спасти и ситуацию, и жизнь. И, пожалуйста, не ленитесь сообщать коммунальщикам о нависшей угрозе. Галина Титарчук, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика. Развитие электронных СМИ, сотрудничество с федеральными информагентствами, увеличение охвата радиослушателей. В Республиканском министерстве информационной политики подвели итоги за год и поставили новые задачи. Разнообразить формат, чтобы увеличить свою аудиторию. Так поступила газета «Советская Чувашия» и завела собственный YouTube-канал, где размещает видеорепортажи с места событий. Этот достойный пример отметили на заседании. Специалисты отрасли обсудили и развитие национального радиовещания. С ноября прошлого года национальное радио «Чувашия» звучит в Чебоксарах и Новочебоксарске. Задача на год – достигнуть 100% охвата, чтобы передачи на родном языке могли слушать все жители республики. На заседании наградили лучших сотрудников отрасли и работников средств массовой информации. В их числе и наши коллеги. Старший редактор национального радио Родион Архипов, продюсер Тван Радио Анжелика Иванова и редактор национального телевидения Мальвина Петрова.
Прошло почти 60 лет с того далекого 1959 года, когда впервые отряды студентов-добровольцев отправились на освоение целинных земель в Казахстан. Через это общественное движение прошло не одно поколение советских граждан. В годы перестройки о нем забыли, но в последние годы институт студенческих отрядов вновь начал активно развиваться. Кстати, теперь в стране есть официальный праздник – День российских студенческих отрядов. Бойцы РСО, так они себя называют, в их числе и моя коллега Юлия Важенина. Официально День российских студенческих отрядов появился только 3 года назад, но у него уже есть свои традиции. Боец или тот, кто когда-либо был в студенческом отряде, будь то проводник, повар или вожатый, как я, в день РСО надевает свою форменную целинку. И где бы он ни находился, кем бы он ни работал, целый день он проводит в ней. Это зеленая целинка – обязательная форма бойца РСО. Если вы видите человека в ней, значит, смело можете обратиться за помощью. Эти люди могут все. Уникальная организация, уникальные люди, самые настоящие, самые надежные. Как говорят, лучшие люди страны. Но это в самом деле так, потому что это движение бойцы студенческих трудовых отрядов. Мы строим будущее нашей страны. Мы работаем на всех самых ответственных объектах. Здесь каждый может выбрать себе работу по душе. Строительные, педагогические, сервисные отряды и отряды проводников. В каждом из направлений есть своя особенность и интерес. Работаю вожатой я уже 3 года. В этом году будет 4-й. Наверное, больше всего мне нравится всегда общаться с детьми с самого детства. И именно поэтому я выбрала это направление. На самом деле опыт вожатого может пригодиться в любой профессии, потому что, работая вожатым, ты во все сферы жизни погружаешься, тебе нужно сделать все в течение всей смены, так что это колоссальный опыт, который всегда будет нужен. Таня Иванова всегда знает, как пройдет ее лето под крики речевок и песни под гитару. Девушка вот уже 8 лет работает вожатой в детских оздоровительных лагерях, причем предпочитает местный ландшафт, поэтому на лето остается работать в республике. Мне нравится атмосфера. Там очень красивая природа, но самое главное, наверное, даже не природа, а то окружение людей, которые меня окружают. Они уже не только друзья, они мне стали родными. Бал РСО дает редкую возможность встретиться всем вместе, поздравить друг друга с праздником, поговорить о планах, ну и получить награды. Для этого нужно пройти 3 условных целины, причем не просто пройти, а стать самым лучшим, чтобы в день РСО тебя отметили нагрудным знаком за активную работу в студенческом отряде. Женина, Андрей Спиридонов, Республика. Молодые, энергичные, инициативные. В Чебоксарах прошел межрегиональный форум чувашской молодежи. В нем приняли участие молодые люди не только из Чувашии, но и Татарстана, Мариэл и Москвы. СМИ, социальные медиа, информационные технологии и бизнес, образование и культура. Эти и другие темы обсуждали в рамках первого межрегионального форума чувашской молодежи. В качестве спикеров выступили спортсмены, музыканты, дизайнеры, журналисты, в том числе и мои коллеги. На форуме прошла и презентация молодежных организаций. Молодежное движение «Аталант» зародилось в республике Татарстан в 2016 году, и с тех пор мы развиваем чувашскую культуру, стараемся, чтобы наше имя, наш язык не пропадал, чтобы он жил, развивался, и чтобы молодое поколение знало о том, кто оно есть, и даже гордилось этим, чтобы никто, допустим, не стеснялся, что он чуваш, чтобы никто не зажимался, разговаривая на своем родном языке, даже на окраинах. В рамках форума также прошли круглые столы и мастер-классы. Состоялся обмен опытом и мнениями. Мы готовы. В Чебоксарах прошел семейный фестиваль ГТО. Кто успешно сдал нормы в нашем сюжете. Папа Сергей и сын Витя одновременно качают пресс. Это одно из испытаний спортивного фестиваля. Справиться с ним было несложно. Здесь любимый спорт, бегать, кататься на лыжах, бассейн. Вот сын сейчас увлекся бассейном. Это здорово. Здорово то, что есть такая программа, которая сплачивает нас, молодых и взрослых, объединяет, чтобы добиться больших результатов.
Другие задания – наклоны вперед, подтягивания на перекладине, прыжки в длину и рывки гири. На фестиваль «Мы готовы» собрались 120 участников со всех районов республики. Многие приехали целыми семьями. Пока папы с детьми сдавали нормативы, мамы активно болели. У нас участвуют папа и младшая дочка Ангелина. Она учится в первом классе. Спортом занимаемся давно, детей стараемся вовлекать. Бегаем на лыжах, играем, катаемся на коньках, хоккей играем. Занимаемся бег. Дети вот гимнастикой хотят заниматься. Семейные соревнования проводятся в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы готовы». Инициатор – Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка России. Мы собрались здесь, представители отцов и детей из каждого муниципалитета, чтобы показать свое отношение к спорту. И зимой, и весной каждую неделю отцы проводят мероприятия. Например, волейбол, баскетбол. Зимой на улице играют в хоккей в валенках, в большой мяч. И тем самым они приводят детей к здоровому образу жизни и показывают на собственном примере, что здоровье самое главное для каждого человека. Самые спортивные поднялись на пьедестал почета. Лучшими командами в своих подгруппах стали семья Григорьевых из Красноармейского района и семья Лапташкиных из Чебоксар. Победители и призеры получили дипломы и подарки. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Бухтияр Велиев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До новых встреч.